старт. Так, поехали. Неудачно принимает старт относительно Богема Ахму. Опять же, не хватает опыта. Всего лишь второй старт в карьере. А вперед вырывается Григорий Болдырев и мисс Персия. Он берет на себя. По бровке в желтом камзоле Гусейн Гусейнов сдерживает Амелину. А посередине в зеленом с белом камзоле едет Ильгиз Саидгалеев и сдерживает Богему Ах. Ну и тут же рядом с ними Курсула. Курсула полевой стороной выходит на второе место. Ну вот Гусейн Гусейнов занимает бровку, становится в слепстрим за мисс Персией. Да. И лошади Валерия, Виталия и Иноземцева ведут эту скачку. Смотрите, здорово сидит в засаде на Амелине Гусейн Гусейнов. И попытается отжать вот это пространство себе, чтобы пролезть по бровке. Второй раз этот номер не пройдет с ним сегодня. Ну вот он пускает, Григорий Болдырев пускает своего соперника Гусейна Гусейнова по канату. И тот этим обстоятельством пользуется. Вперед вырывается Амелина. Амелина лидирует, мисс Персия пытается ее контратаковать. И между ними идет борьба за победу, ну, чтобы все остальные уже потеряли возможность... здесь победить. И вот Амелина отрывается от мисс Персии и довольно уверенно уходит от нее по финишной прямой. Амелина приносит первую победу в сезоне конному заводу «Свободный труд» Хасану Касаеву и Гусейну Гусейну. Да, и снова бровка. И снова, снова тот же самый расклад. Правда, понятно, видно здесь, что Амелина была гораздо сильнее, чем мисс Персия, то, как она от нее отрывалась.